Я сейчас стою на пляже Дикая Омега. И кто-то, я смотрю, кто-то булькает, кто-то купается. Какое сегодня? Четвертое или пятое? Сейчас я посмотрю свои часы. Ничего не вижу в темноте. Ну, 4 или 5 октября. Я так понимаю, 2 человека купаются с фонарями. А чего они хотят море увидеть? Я уже не первый раз вижу людей с фонарями. Что там в море-то? Я так понимаю, налобные фонари какие-то, водные, водозащита. Раз 2 луча, значит, 2 человека пыхтят там, как моржи. Офигеть. Холодно. Ну, хотя 22 градуса, но все равно все уже в кофтах и в куртках. Еще 30 сентября я купалась, а сейчас уже все. А они моржи.